Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Reader Play. Меня зовут Александр. И мы продолжаем проходить Last Stop. Последняя остановка по подписке Xbox Game Pass. Остановились мы на главе 6. Друг в беде она будет называться. И давайте посмотрим, как продолжится история наших персонажей. Уже в целом. И всем приятного просмотра. Previously on Last Stop. I know about your predicament. Come see me, the Vape Lord. Frank has been searching everywhere for you. The guy that cursed you on the tube platform a couple of weeks ago. He did this. I'm going to need a little bit of time to prepare. Write your number down and I'll give you a buzz. Jack's leaving us. Now that you're sorted with your job and everything, I figured this would be a good time for me to move on. Molly is going to end up in foster care if you go. Dad! Так, значит, главному герою у нас стало плохо. Видимо, он оказался в больничке. Так, к вопросу о прошлой серии. Hello. You came in. Здравствуйте, вы прибыли с мистером Смитом, верно? Вы родственники? Where's Jack? Где Джек? Я хочу его видеть. Увидеть, вернее. Мы родственники. Yeah, we're family. Molly here. Это Молли, его дочь. Okay. Боюсь, что положение довольно серьезное. Его поместили в реанимацию. Если будете ждать в комнате ожидания, мы сообщим вам, когда появятся новости. Мы хотим его увидеть. С ним все будет хорошо? Если вам нужно связаться с кем-то еще из родственников, сейчас самое время им сообщить. Но он будет в порядке? Боюсь, что еще рано об этом говорить. Он может и не пережить эту ночь. Нет. Спасибо. Я им сообщу. Джек умрет. Мы не знаем. Это нечестно. Он заболел только потому, что он в твоем теле. Я не должна была заставлять тебя есть эти наггетсы. Так. This is not your fault, Molly. Это не твоя вина. If it's anyone's, it's mine. Если кто и виноват, то я. Я не хочу, чтобы Джек умер. Он мне нравится. А если он умрет, меня заберут, да? Никто не заберет. Кто тебя не заберет? Так, владыка вейпа. Так мы готовы? В общем, какие-то новости у нас появились. Молли, я все исправлю. Сейчас я пойду и спасу Джека. Мне нужно на минутку спуститься вниз. Можете, пожалуйста, присмотреть за моей дочерью? За моей, сказал? Так-то это не... Ну, роли-то надо отыгрывать. Слушайте, дом больницы. Пожалуйста, приезжай, как только получишь это сообщение. Медсестра все объяснит. Спасибо, Шаз. Ты хороший друг. Нет, ты не умрешь. Ну, у тебя как-то, если ты поменяешься телами, так умрешь ты тогда, получается. Если до этого дойдет. У меня получится. Возможно. Так, где там вейп-то у нас? Так, а что ты мне смс-ку тут слал? А, вот. You're cutting it fine. Ты прям в последнюю минуту. Думал, уже не явишься. Нужно спешить. У меня мало времени. Ну что, идем или как? Come on. Давай It's сюда. You know, there's a lot. Знаешь, у этого магазинчика богатая история. Моя семья открыла его
много лет назад. Да, здесь всяким торговали. До электронных сигарет. Также прачечная была, обувь чинили. Похабные журналисты. Фактически владелец Фрэнк. Но он тут не бывает. Сказал, что делает мне одолжение, позволяя управлять магазином. Но мне кажется, что ему просто не нравится быть здесь. Правда странно, как некоторые людям не нравится запах каких-то вещей. Мне вот чертовски не нравится, не успел прочитать. Что за место? Кажется, я плохо объяснял. Ты готов к путешествию по ту сторону галактики? Что это еще такое? Портал. Хочешь увидеть Фрэнка? Это единственный способ. Куда он ведет? Слушай, у нас нет времени. Он не будет тебя ждать. Я думал, ты готов к такому. Сделаем это все. Что нужно делать? Теперь самое важное. Это жетоны. Перемещение. Один для входа, другой для выхода. Чтобы вернуться, да? Не теряй их, ладно? Без них иначе не вернуться. Когда прибудешь, попытайся найти магазин Фрэнка. Он тебя узнает. Спасибо. Как твое имя? Я уже сказал, владыка Вейпа. Поторопись. Ах ты, монетка-то упала одна. Выронил. Вот это поворот. Так, далее у нас друг в беде, получен приз. Играем за следующую дамочку. Previously on Last Stop. This is your final chance. Это твой последний шанс. Stay away from my dad. He doesn't need you. What the hell's happened here? Had a break-in. Have you been speaking to Spider? Come for a term of driving license? That blackmail note was obviously you as well, wasn't it? If you're being blackmailed, I ain't the one doing the blackmailing. Put the gun down. Drop it now. Amy? Crap, this really hurts. Что-то девчонку-то мы подставили. Отправила. В общем, ее обвинила во всем и не спасла. Хотя вряд ли бы скорая успела, она больно быстро умерла. Откровение, глава 6. Че, спокойненько возвращаемся домой, да? Что у тебя есть на меня? Прикольно. Так, ванная. Зеркало без отражения. В общем, тут похоже ничего. Так, телевизор. Пульт. И что? Что-то на этом? О, стоп, что-то было. Читать.
Начальник штаба армии Министерства обороны, 4 этаж, зона Q, главный корпус. Блин, это тут как-то, может, вы мне в двух словах расскажете, что к чему? Мы, конечно, должны будем разгадать ситуацию в свою пользу, сказать, что все прошло успешно. Не хочу, чтобы СМИ разнюхали, какой это был провал. Что касается нашей официальной реакции, патель, герой. В общем, взять... У нас появился ключ, и где-то была закрытая дверь. Да, наверное, ключ на нас и подойдет. Скальни на минималках. Что за... Фига себе, она за ней следила, что ли? Ты серьезно? Что-то нужен пароль. Может, он... Где-то есть? Тут реально больше ставить ничего нет. Надо, наверное, этот выйти. В соседней комнате глянуть. Может быть, кстати, в ее вещах что-то есть. Сумочки. Нельзя посмотреть? Нет. Давайте проверим здесь. Ничего. Так, а нижний шкафчик можно открыть? Someone's been doing some digging. Ученик местной школы награжден за честность. Ученик местной школы был отмечен за честность после того, как вернул найденный бумажник с деньгами. Так, и что это значит? Талибана в 2001 году похищает иностранцев, стало довольно частым явлением в некоторых районах Афганистана. Взять. Так, шматьё. 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 Тут, видимо, ничего нет, но надо уж все проверить. Ага, вот. She must have hacked into the system. These confidential. She doesn't have clearance. Так, это секретные данные, у нее нет к ним доступа. Взломали досье. Ничего нет. Читать. Театральный дом основан в 1844 году. Пропавшая гостья Чезе Пьеса от коллектива Powered Play Collection. Настало продолжение сюжета первой и второй частей. Сара и Альфред продолжают разговор о том, куда могла запропаститься и гости, какие тайны они раскроют, стоимость билета 25 фунтов. Положить. Это я ничего не нахожу, ведь это не сказать, что хорошо. Нифига себе, столько ноутбуков, конечно.
тапочки какие-то. Че странно. Попробовать здесь еще поискать. Так. Господи, так отодвигает дурацко. Здесь ничего. Так, здесь также у нас ничего. Здесь тоже. Ну, здесь, наверное, бессмысленно искать. Здесь все-таки кухня. Так, это ты можешь открыть? Боковую не открывает. Тоже ничего. Эти ящички открываются? Пахнемского периода, что ли? Wi-Fi роутер есть. Модный домик. Квартирка. Кстати, вот что-то ведь лежит здесь. She tapped my phone. Она прослушивала мой телефон. She's way back. Уж совсем странно. Ага, вот пароль у нас появился. Так, давайте-ка немного приберем за собой. Посмотрим, что в этом ноутбуке. Так, взять, читать. Так, копия задания до конца. Хейл. Если это задание было проверкой моей преданности к вам и вашей всей организации, надеюсь, я продемонстрировал и то, и другое. Я, безусловно, пытаюсь сделать все на благо компании, но считаю, что мои навыки лучше пригодятся в других обстоятельствах. That son of a bitch. Настоящий детектив. Получен приз. You've been playing me, you son of a... Ты водил меня за нос, сукин сын. Так, Хьюз, успокойся. Это месть? Ты отомстил мне. За что? За то, что я бросил службу? Сколько уже времени прошло? 8 лет? Now settle down. Amy's dead. So is it. Как и тот парень. You're not here because you're upset about that, and we both know it. Ты здесь не из-за того, чтобы тебе их жаль. Мы оба знаем. Хватит игр. Просто скажи мне, что происходит. Чему ты это все устроил? Потому что ты потеряла над всем контроль. И позволила Эми манипулировать тобой. В твоей семье бардак. Знаешь, как много советников хотели, что я тебя уволил? Она уже не та. Только время зря теряем. Тебе просто нужны правильные условия. Вот. Вот мы и здесь. Нанял бы кого-нибудь другого. А не легче бы нанять кого-то другого? Может быть, но я всегда был немного сентиментален. Найди себе кого-нибудь другого, Пит.
The portal's open. Портал открыт. Что? Это правда. Доработал примерно 25 минут назад. Мы не знаем, как долго он будет стабилен, но уже готовы приступать. Нам нужен лишь кандидат. Хьюз, шанс всей нашей жизни. Разве ты не знаешь? Хочешь знать, что находится на той стороне, да? I've been waiting up. Where the hell are you? Прямо к делу. Listen, I don't have much time. I need to talk to you about. Хочу с тобой поговорить. What do you mean? Мысли. You okay? С тобой все в порядке? Тяжелая правда. You're gonna hate me for this, but I need to leave for a bit. Ну, придется. Ну. О чем ты говоришь? Just come home and we'll discuss it, okay? Возвращайся домой, все обговорим. Извиниться. I wish I could. Я бы I с радостью. I wish I didn't have to tell you like this over the phone, but I have to go now. Но у меня There's даже нет времени на подготовку. Are you serious? Ты серьезно? You're working in the field. Отправляешься на службу горячей точки. Hiding from me. I can't believe you. Признаться. Yeah. That's basically it. Так и есть. How can you do this to us? How can you be so selfish? Selfish? I did everything you asked of me. I gave up everything. Я делала все ради тебя. My reputation. You think I like what I've become? I can't stand it anymore. Oh, so now it's my fault. But what about me? What about Dylan? When does he come into this? Я не говорил это. What I said. You've been great. Please, let's just talk about this when I get back. And when will that be? Right, you can't tell me, right? Could be any time. Could be never. I've had enough, Mina. I'm sick of it. I've bent over backwards trying to keep this family together with all your late nights and your weekends, but what can I do with this? I mean, do you think I'm a mug? В общем, типичная ссора семейная. Ну тут, если так вот, с нашей стороны... Stop being so dramatic. I'm sure. У нее выбор-то особый. Maybe I am. If you go tonight, I don't want you coming back here. Разряди. You don't mean that. Look, I have to go. They're relying on me. Well, I hope it's all worth it. Because you have destroyed this family. Мужика, короче, все достало. Ну, надо полагать, что она налево там ходит, блин. Дома не ночует, блин. Тут еще это так преподносят, как в порядке вещей там. Звать мужика, блин. Ходить налево. Ну, в общем, ну не только в играх, сейчас в фильмах это повсеместно. Да, какая-нибудь Содома и Гоморра нас ждет все-таки. Ну, безнравственное у нас общество все-таки стараются воспитать. Так усиленно идем. Что ты согласилась, Юс? Ты мне очень нужна. Я уже прочитала сводку. Задание по эвакуации объекта. Самая ночь. Может, по-другому и быть не может. Кто она? Как и говорится, она пропала 38 лет назад. Сколько ей тогда было? 16? Она с кем-нибудь... Это не важно. Я хочу знать, где она была все эти годы.
Я ее верну, сэр. Задание будет выполнено. Именно этого я и хочу услышать. Если я не вернусь, я выполню нашу договоренность, о твоей семье позаботятся. Спасибо. Не забывай, Мина, мы с тобой вершим историю. Если переход сработает, кто знает, к чему еще мы получим доступ. Ресурсы, технологии, культура, задания по спасению – это лишь первая часть плана. Вот следующая – фронтир. А теперь покажи им, из чего. В общем, ты сделана, тра-ля-ля. Monitor set to record. Вторым режим записи. Показатели в норме. Gravitation, electromagnetics and radiation all within predicted norms. Ну уж тут поворот-то такой. Тут, чтобы добраться, столько пройти надо, капец. Температура снаружи 64 градуса. Я чувствую восходящий поток от аномалии. Система охлаждения исправна. Откровение. В общем, тут немножко сюжет разгоняется. Так, ну, идем к следующему нашему персонажу. Играем за Дону. The next station is Platt Square. Previously, on last stop. She's resting now, but she is stable. I think I've made a terrible mistake. Jesus Christ! Donna, that's kidnap! Stay here. I need to see what you've done. You made it all up. I think you actually saved me by not being here a moment ago. If you want my help, you only have to ask. Что-то бумажку-то он потер, походу. Смена ролей. Глава 6.
Get up. Просыпайся. Сколько время? Уже почти 3 часа. Что такое? Что происходит? Нам пора уходить. Куда? Домой. Это и есть дом? Нет времени на твои вопросы. Просыпайся, пора идти. Походу он и влюбленный в нее, что ли, он что-то он сперва ее парня, которому симпатизировала, она удалила, потом мамку вообще. Вообще кто все эти такие летающие? Ты всегда вела себя как ребенок. Интересно, сколько еще людям было бы лучше, если бы тебя не было? Почему ты не навестила меня в больнице? Дона, я солгал. Той ночи был с Бекки. Мы сделали это в ванной. Кто они? Кажется, они меня знают. Да, но не так, как знаю тебя я. Теперь закрой глаза. Смена ролей. Это что у нас? Вы маленький эпизод, что ли, всего был? Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум.